прошлом году в ноябре мы завершили первый этап ремонтных работ стоимостью 110 миллионов рублей. И в этом году уже очень оперативно больница законтрактовала ремонтные работы на завершение. В целом капитального ремонта корпуса уже очень активно идут работы, выполнен демонтаж, проводятся работы по коммуникациям сантехническим снаружи. Мы увидели внутри, что уже начались и черновые отделочные работы, заливаются бетонные полы. На втором этаже, на первом этаже тоже полы готовятся к заливке. Видим мы хорошие темпы и уверены в том, что к ноябрю, как то предусмотрено контрактом, мы завершим второй этап капитального ремонта корпуса. У нас будет уже открытый в конце года новый корпус, полностью отремонтированный, с современными требованиями к инфекционным отделениям.